Всем огромный привет, спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня в этом видео посмотрим с вами классные новинки из магазина Светофор. Этот магазин находится по адресу город Краснодар, проезд Мирный 14/2. Честно скажу, мне этот светофор нравится больше всех в городе Краснодар. Он очень большой, хороший ассортимент товаров. В магазине порядок, товар оставлен аккуратно в магазине и практически всегда на всех товарах есть цены. Желаю всем приятного просмотра и, кстати, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. А в Яндекс.Дзен выходят обзоры из других магазинов, поэтому тоже подписывайтесь, все ссылочки в описании под этим видео. В этом магазине можно приобрести пятновыводитель Брилар, активная пена. Гипоаллергенное средство выводит пятна с текстиля, ковров и одежды. В упаковке 500 мл, цена 135 рублей. Средство антижир удаляет жировые загрязнения и даже дезинфицирует поверхность. В такой упаковке 750 мл и, кстати, тоже на поверхности образует активную пену. Цена всего 85 рублей. Наконец, теперь во все светофоры стали завозить большие упаковки ватных палочек. Это марка Aquella, в такой упаковке целых 500 штук и цена всего лишь 63 рубля. Сухой шампунь называется Active Fresh. Я уже этот шампунь показывала, это недавняя новинка. Такой шампунь не оставляет белых следов и придает волосам объем. Цена 128 рублей. Женский дезодорант Camay, это тоже недавняя новинка. Аромат французской розы. Аромат мне, кстати, понравился, он ненавязчивый и довольно приятный. Цена 132 рубля. Мужской дезодорант Sport Star в упаковке 175 мл. Цена 77 рублей. В магазин завезли женский набор для бритья. В него входит станок и 19 сменных кассет. Очень большой набор. Это, кстати, недавняя новинка. Цена 248 рублей. И продается такой набор не во всех светофорах. А вот такие наборы, в принципе, продаются во многих светофорах. Это не новинка. Это мужской набор для бритья. Цена 269 рублей. Для отдыха на природе в магазине можно приобрести много интересных товаров. Например, складную палатку. Стоит она 1394 рубля. Это, кстати, в магазине новинка. Это двухместная палатка, размер 200 на 150 и на 110 сантиметров. Складное туристическое кресло, упаковано в очень удобный мешок-переноску, цена 600 рублей. За 400 рублей продается портативная газовая плитка, она очень удобна и компактна. И также за 980 рублей можно приобрести такую же плитку, но уже в специальном кейсе. Посмотрите, какая в магазине классная новинка, это набор для ванной комнаты, он изготовлен из керамики. Когда я делала обзор, на тот момент только завезли товары, цены еще не выставили, поэтому цену узнала я на следующий день. Цена такого набора 454 рубля. Еще одна очень классная новинка, это швабра и ведро с отжимом. Вы только посмотрите, какая красота. Кстати, швабра стоит довольно бюджетно. В наборе у такой швабры идет сразу же в комплекте две насадки из микрофибры. В нижней части ведра расположены специальные клапаны для слива воды, а сама насадка может поворачиваться на 180 градусов. Цена такой швабры 715 рублей. Новинки также появились в отделе печенья. Цена 173 рубля за 1 килограмм. Это печенье сдобное с овсяными хлопьями. Производит фабрика Метрополис, которая расположена в городе Армавир. Этой же фабрике продаются сдобные печенья с ванильной начинкой. 1 килограмм по цене 186 рублей. А за 172 рубля печенье меньшего размера с йогуртовой начинкой. Восточные сладости – это новинка. Называется «Венецианские язычки». Это сдобное печенье, упаковки 500 грамм, цена 153 рубля. Кексы Мафаня, это, кстати, кексы для детского питания, предназначены для детей возрастом с 3 лет с начинкой лесные ягоды. В упаковке 500 грамм, цена 102 рубля. Сдобное печенье марки Акульчев с брусничной начинкой, цена 196 рублей. Зефир со вкусом персика и смородины, цена 172 рубля, в упаковке 750 грамм. Глазированное печенье колечки с арахисом, производство Астраханская область, цена 167 рублей. Шоколадные батончики с арахисом и рисом, в такой упаковке 8 штук, цена 122 рубля.
Арахис в темной глазури в упаковке 500 грамм, цена 128 рублей. Восточные сладости хрустики, это арахис с сахарной посыпкой, кстати, очень вкусный. Хочу заметить, что в составе есть пальмовое масло, цена 114 рублей. И перед Пасхой завезли куличи. Это большие куличи, вес одного кулича 400 грамм, производит Ставропольский край. Куличи с сахарной глазури с посыпкой, цена 98 рублей. И есть маленькие куличи этого же производителя, вес 120 грамм, цена 34 рубля. Теперь в Светофоре продается детская питьевая вода, но купить можно только большой упаковкой. В упаковке 12 вот таких маленьких бутылочек. Производит Черноголовка. Цена за такую упаковку 214 рублей. Для сада продаются поливочные шланги, сетка. В этом же отделе можно приобрести грунт, эмаль по ржавчине. Упаковки 800 грамм, цена 143 рубля. Силиконовая супербелая краска для фасадов в упаковке 6 кг, цена 477 рублей. И в магазин завезли газовые баллоны. Кстати, в прошлом видео говорила как раз, что во многих светофорах давно уже не продаются баллоны. Цена 82 рубля. Помповый опрыскиватель объем 3 литра, цена 214 рублей. Опрыскиватель объемом 6 литров называется наша Маша, стоит 572 рубля. Еще в магазине можно приобрести алюминиевые тазы, очень вместительные, объем у них 10 литров, цена 500 рублей. Эмалированный таз, объем 3,5 литра, диаметр 30 сантиметров, цена 158 рублей. Эмалированные ведра с крышкой, цена 826 рублей. Комплект мисок из 3 штук, они очень легкие, в магазине 2 цвета, это молочный и бирюзовый, цена за комплект 199 рублей. Рюкзак для ноутбука черного цвета, сшит, кстати, очень качественно, это новинка. Сам рюкзак очень легкий, застегивается на молнию, стоит он 582 рубля. Эмалированные чайники белого цвета, но у каждого чайника свой индивидуальный рисунок, есть даже чайники с новыми рисунками. Объем такого чайника 3,5 литра, цена 688 рублей. Недавно во многие светофоры завезли набор контейнеров. В таком наборе 3 контейнера, цена за набор 100 рублей. Из мебели в магазине можно приобрести полку для обуви. Она разборная, 4-ярусная, ширина 60 сантиметров. Цена 414 рублей. Комод по цене 3087 рублей. Высота комода 80 сантиметров, глубина 40 сантиметров. У комода 4 ящика. Стеллаж на 8 секций, цена 1641 рубль, изготовленный из ЛДСП, это российское производство. Кухонный стол на металлических ножках, цена 1635 рублей. В магазин завезли офисные стулья с текстильной обивкой черного цвета, цена за стул 1305 рублей. Также в магазине продаются стулья венские с мягким сиденьем, табуреты с эффектом плетения из пластика. Универсальные непромокающие коврики, цена 293 рубля. Садовая скамейка, цена 1890 рублей, длина у нее 120 сантиметров. Домик для животных из фетра. В отделе текстиля отличный выбор махровых полотенец. Вот такие белые полотенца я приобретала домой. Размер 50 на 80 сантиметров по цене 130 рублей, а размер 70 на 130 сантиметров стоит 279 рублей. Полотенца мне понравились, отлично впитывают влагу. Изготовленные из 100% хлопка. Перед Пасхой в магазин завезли новые вафельные полотенца. У них размер 45 на 60 сантиметров. Это 100% хлопок. Полотенце с красивой расцветкой, очень веселой. Весенняя расцветка. Полотенце российского производства. И цена, кстати, у этих полотенец очень приятная, всего 40 рублей. Комплект постельного белья из фланели очень мягкий. Двухспальный комплект стоит 1500 рублей. В магазине есть разные расцветки, можно выбрать на любой вкус. Единственное, что наволочки в этих комплектах размером 65 на 65 сантиметров. 1747 рублей – это цена комплекта евро. Ткань называется перкаль. Это 100% хлопок, и в магазине можно выбрать разные расцветки. В магазине хороший выбор пледов, 277 рублей стоят флисовые пледы и 359 рублей это цена за пледы из материала Wellsoft. Из одежды можно приобрести женские бриджи, цена у них 200 рублей, черный цвет, пояс на резинке,
Состав 100% хлопок. И также универсальные брюки, они подходят как для мужчин, так и для женщин, тоже черный цвет. Цена 236 рублей. Вафельное полотенце 100% хлопка, цена 66 рублей. Вот такой ярко-ягодный цвет. Размер 40 на 60 сантиметров, это производитель Узбекистан. И также есть светло-розовый цвет. Теплые махровые носочки для малышей, продаются в спайке 3 пары, цена 140 рублей. Из фруктов в магазине можно приобрести яблоки, на вид очень аппетитные. Завезли в магазин гранаты, довольно крупные, цена за килограмм 120 рублей. Появилась новинка в магазине, это мороженое с разными начинками. Обычное ванильное стоит 169 рублей за килограмм, а в брикетах называется «Донская забава», цена 90 рублей за 450 грамм. Завезли в магазин еще замороженную чернику, цена за килограмм 300 рублей, была замороженная клубника, овощная смесь замороженная, но цену, к сожалению, в магазине я не нашла. Замороженная готовая пицца, цена 121 рубль. Замороженные блинчики с клубничным джемом в упаковке 1 килограмм, почему-то цены тоже в магазине не было. И, конечно, давайте заглянем в холодильник. При входе нас встречает новинка. Это био-йогурт марки Слобода с персиковым вкусом. Цена 25 рублей. Сметана жирности 20%. В упаковке 500 грамм. Написано, что изготовлена из 100% сливок. Но, если честно, с трудом верится, потому что цена всего 50 рублей. Появилось в магазине свежее мясо, это свинина на кости, цена 165 рублей за килограмм. Куриное бедро, цены не нашла, свиные ребра по цене 80 рублей. Куриная голень 130 рублей за килограмм. Появилась новинка, это суповой набор из курицы, цена за килограмм всего 86 рублей. Следующая новинка, это набор для первых блюд из свинины, цена 157 рублей за килограмм. Свиные ноги, цена за килограмм 27 рублей. А вот чего я не ожидала увидеть, это креветки в светофоре. Представляете, королевские креветки, цена 443 рубля. В магазине хороший выбор различных сыров, есть как твердые сыры. Например, вот недавняя новинка, это сыр Рогачев. Кстати, про него уже писали хорошие отзывы. И совсем недавно в магазин завезли еще сыр Графиня, цена 243 рубля. На этом мой обзор заканчивается. Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Если это видео для вас было интересным и полезным, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые видео. Делитесь видео этим в социальных сетях. Всем до скорых встреч. Пока-пока.